В центральном фонтане Орленка поселились японские карпы кои. Подарила их детскому центру Бейсовское нерестовое хозяйство, расположенное в станице Бриньковской Краснодарского края. Японский карп кои – необычная рыба. Он не встречается в дикой природе, а специально разводится для содержания в декоративных водоемах и аквариумах. Знаменита рыба своей необычной расцветкой. История карпа насчитывает более 2000 лет. Их завезли в Китай с территории, прилегающих к Каспийскому морю. Затем карпа привезли в Японию, где их стали разводить для употребления в пищу. Цвет и рисунок некоторых был очень ярким, таких карпов не ели, а держали как декоративное животное. Постепенно японские крестьяне стали специально скрещивать цветных карпов, чтобы получить новые цвета. Японские карпы будут жить в Орляцком фонтане вместе с зеркальными карпами и черепахами. Значит, в данный момент рыбы эти весят порядка от 50 до 120 грамм, они немножко разные по массе. А вырастут они... Все зависит от условий содержания. Так как здесь объем воды ограничен, ну, килограмма 4-5 они все равно наберут. Продолжительность жизни у этих рыб очень большая. Известный случай, когда они проживали постой даже по 200 лет. Здесь даже зафиксированный случай в Японии. Там одному карпу, у него даже было собственное имя Ханака. На момент смерти исполнилось 226 лет.